Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород, и сегодня мы готовим такую вкусную овощную добавку в суп и в какие-то, можно, другие блюда добавить. Вот такой вот перчик сейчас нарежем. Капуста цветная еще, кочан самый поздний, который рос, вот он такой вот хороший вырос. Тут тоже вот перец красный и желтый добавим. То есть всякие разные, всех цветов перец. И сейчас сразу взвешиваю вот эти перцы, которые вот такой вот с шоколадным оттенком. И перец толстый барон. Так, ну вот он перец шоколадный, который у нас был. По массе где-то 172 грамма они. Некоторые, может, поменьше будет, сейчас посмотрим. Это поменьше, 138, ну вот где-то до 200 граммов они. И толстый барон, вот он перец. Ну, примерно тоже вот такой же, 172 грамма. До 200, вот эти перцы. Они раннеспелые. Вот такие вот и вкусные, и хорошо растут, и очень урожайные. Цветную капусту разбираем на соцветия. Вот такие вот соцветия. Каждый из них можно также разделить на несколько частей, чтобы они у нас были немножко помельче. Так вот, кочан, так как сейчас холодно, он такой плотный очень. Такой вот, такая капустка наросла. Вот прям вот так вот измельчаем, чтобы кусочки были вот эти помельче. Ну вот получилась целая вот такая вот чашка капусты. Измельчили ее. И сейчас приступим к нарезке перца. Вот этот вот перец, это у нас мавр. Вот такая вот у него стенка. И сейчас сразу соберем семена. Это у нас сорт, поэтому с него можно собирать свои семена. Разрезаем вот на такие вот сегменты. И нарезаем небольшими полосками. Вот такой вот сладкий и сочный перец мавр. С одной перчины. Вот такая вот горка перца. И перец толстый барон. Такая вот у него вытянута немножко форма. Ну, стенка примерно такая же по толщине. И тоже это сорт. Можно собрать свои семена. И семян здесь немножко поменьше, чем у мавра. А остальной перец, который вот мы собирали, он у нас хранится вот в таком вот бачке. Здесь застелили все укрывным материалом и сложили вот весь перец, который вот остался здесь. Он здесь лежит. Должно быть что-то с него делать. Вот здесь накрыт он сверху тканью, чтобы поменьше пропускать света и воздуха. Ну, чтобы какая-никакая сырость тут не завелась. В общем, такие вот перчины. Вот здесь он как бы тогда меньше он ссыхается. Перцы-то упругие, плотные. Вот всякие разные здесь. Желтые есть еще. Желтенький, уж даже он начал немножко подпорчиваться. Вот такие все. В принципе, он здесь и покраснел еще очень много. Так вот остались вот эти вот какаду зеленые. А так весь практически поспел. И вот такой вот желтый перчик. Белое золото. Такие вот желтые перчинки, сейчас их тоже все нарежем. И добавим еще немножечко вот такого, нарежем лука порея. И зелени, и вот этой белой части. Ну вот, подготовили все ингредиенты. Перец желтый, перец красный, перец зеленый, капуста цветная,
и нарезали лук порей. И сейчас все это будем смешивать. И все хорошенько перемешиваем. Ну вот все, перемешали, теперь будем раскладывать по пакетам. Ну вот, заполнили все пакеты смесью овощной вот этой. И сейчас положим их в морозилку. Пакеты использовали те, которые потолще, для заморозки. Такая вот красивая смесь и очень вкусная получилась. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.